Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру ХКР 2. 15 тысяч монет и 10 кристаллов забираем за шестой день. Так, ну что, шестой день, так шестой день. События, все тихо. Тут у нас все тихо. Так, привет. Отправляем. Ну что, ребята, поехали, попробуем. Так, новые задания. Какие тут у нас? Сделай 6 поворотов, но это не для меня. Сделай 6 поворотов на раллийном авто. Оу, как. Конечно, хотелось бы сделать, но вряд ли у меня это получится. Так, ну что, поехали тогда за новой, так сказать, маской, что ли. Новым. Так, подожди, подожди, подожди. Что-нибудь... что-нибудь такое хочется. Вот, давай, пускай так. С рожками все как полагается. Так, это у нас сумрачный лес. Да-да-да, это именно сумрачный лес со своими закорючками. Но, как видишь, у нас пока все получается. Пока мы заняли первое место, и это была только лишь первая гонка из многих. Да-да-да-да-да, я понял. Так, подожди. Че это там он опять делает? Вот как он так летает, а? Я не понимаю, ребят. Ох, ёк-макарёк, ничего себе, вот это, Рэй, ты чудишь, вот это ты чудишь. Я появился за этим чудиком, который там впереди. Захотел посмотреть, что он там делает, ну и посмотрел. По-моему, там тоже влепился, насколько я вижу. Да, он врезался вроде бы. Ладно, попробуем, может быть, получится хотя бы остатки доехать нам нормально. Без приключений. Все, ребят, получилось. Да. Чуданул, конечно, я малька. Ну да ладно. Первое место взяли. Так, кубок аллигатора у нас впереди. Попробуем сейчас мы и здесь отлично проехать. Ненавижу, когда вот это вот происходит. Когда на всех скоростях. Давай вниз. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Самый, так сказать. Ёк-макарёк. Я все-таки, ребята, вырвался здесь впереди. А Багги, конечно, мог победить на самом-то деле. Я не знаю, что он там тупанул, что у него там не получилось. Ну, как всегда, пакость всякая тут появляется. Окей, здесь перелетели. Крокодил тут еще мешаются. Ох, ё-моё, нифига себе, ребята. Не вздумай, я уже думал, сейчас перевернемся. Трэш. Но нет, все-таки получилось у нас. Водные гонки, я манал такие водные гонки. Не, серьезно говорю. Меня совсем не устраивает. И финиш. Есть. Да, ребят, не посрамили себя. И не доехали. Не доехали мы еще. Ну что же, грязные ралли. Поехали. Лесная тропа. Ребят, я не могу зайти в две игры сейчас в данный момент. Я знаю, что происходит. В мир юрского периода не могу зайти. И не могу зайти во всадники Олуха. Ни с VPN, ни с чем, просто не могу. Пишет с плохое подключение к интернету и все. Типа, проверьте соединение. Хотя у меня все нормально с интернетом. И причем я пробовал на многих эмуляторах. Ну, на трех так это точно. И на всех трех я не могу зайти.
Даже не знаю, что, ребята, и делать. Пока. Да что ты там? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Спортивка-то там разогналась. Гуляй, иди. Чуть было не подрезал меня. Ты посмотри, а? На финишной. И опять он там вжаривает. Посмотри. Давай, братюня. Есть. Так, ну здесь 4 гонки. Здесь 4 гонки. То есть сейчас будет у нас последний заезд. Ну зачем ты так делаешь, ну Рэй, ну ё-моё, ну. А вот здесь, конечно, ха-ха, спортивка там уделалась, вот что я тебе хочу сказать. Фигня, это не спортивное авто, да? Мы первое место с тобой заняли, все отлично, и забираем. Ну, это у нас есть. Дубликат, он в кристаллы переделался сразу же, да, автоматически. Ну что, кубок шахты у нас получается. Подземелье. Да что вот это такое происходит в последнее время, а? Какое-то ожидание, не пойму. Оу. Сейчас попробуем, не, только не врежьте, пожалуйста. А здесь другого варианта не было. Чувак, смотрю, сзади тоже какой-то отчаянный, да? Крейзи. Сука из блока какой-то. Сука из блока. Он безумный, я еще безумнее. А ролейка начинает вообще замечательно. Она и стартует, в принципе, неплохо. Но, видишь, по итогу почему-то... Блин, опять сзади там. Опа, это прикол. Это подкол называется, друзья. Ну, мы выкрутились и даже из этого подкола. И заняли с вами первое место. То есть, последняя гонка. У нас два первых здесь места. Теперь даже если мы займем с тобой не первое место, все равно мы по итогу будем первыми. Здесь, конечно... Блин, можно было бы, конечно, понизу там поехать. Сосунок еще. Папу обогнать захотел, конечно. Так, ну что у нас тут? Шахтер, зимние шины, ускоритель, фляг. И я смотрю, 18 деталей у нас впереди. Кубок ледника. Кипящая... Что там, кипящая пропасть? Опять начинаются эти ветра. Когда их, блин, не просишь. Ну, конечно же. Конечно, друзья мои, ветра. Это сейчас специально было сделано. Это пакость. Самая настоящая. Я понял. Две гонки здесь будет, значит, да? Одну гонку мы вроде бы взяли. Но нам нужно еще одну гонку сделать. Ай! Фу! Ёк-макарёк! Ну как так-то, ребята, ну... Не хватило нам скорости разгона, чтобы это проехать. Видишь, утонули в лаве. Да, такое бывает. Ой, что делать? Я думал, что здесь вниз спуск, ребята. Я думал, что там спуск вниз будет, а там просто тупик.
Вот это да, вот это я чуданул. Вот это я чуданул. Это же надо так было, а? Вот сейчас вот как там... Как чувачок хера вот этот вот просто пролетел. А, у него понятно. Так, какое мне место-то, наверное? Я даже не знаю. Третье, откатываемся назад. Путешествие на пальцах? Приливы волн? Что еще за путешествие на пальцах? Фига тут. Вот так вот, ребята, путешествие на пальцах, блин. Окей, здесь нормально. Одна гонка из трех, поехали дальше. Путешествие на пальцах. Нас зовут же тоже. Так. Отлично. На перебуксовочке. Все замечательно. То, что Виктори-то это хорошо, но плохо то, что мы с тобой в прошлой гонке отъехали назад. Вот. Это мы сейчас просто-напросто с тобой вернемся на прежнее место. Если брать по чесноку, да? Куда мы там летим? Я вот не знаю, куда летишь. Не видишь ничего. Как бы... Ого! Ты видел там, какой крутой был этот спуск, а потом подъем? Обалдеть. Эть, и не доехали. Кубок путешествий. Дорога никуда. Как вот такое может быть, ребят? Дорога никуда. Объясните. Блин, вот этот кактус тут вообще вот не в тем он был. Что за пакость это? Смотри. Просто сплошные пакости, гадости и тому подобное. Ух, ёх, мокрый, я уже думал, все, крантарики нам. Понимаешь, дело в том, что эти трассы абсолютно, ребята, новые. Абсолютно новые, и ты даже не знаешь, что тебе ждет впереди. Кокосовая бухта, например, сейчас. Что за кокосовая бухта? Что опять за подколы, а? Видишь, как они прикалываются? Это у них кокосовые бухты. Окей. Так, ты что такое? Тут это финиш, я уже думал, Что думаю за въездик в дом? Теперь еще кубок претендент. Тут как бы в этой трассе соединены три разные гонки. Значит, пляж, город. И что там еще у нас было? Что-то еще было. Обалдеть, конечно. Не, так прикольно на самом деле, что как бы, офигенное разнообразие. Так, ну вот теперь-то мы с тобой заберем эти 18 деталей. Что там хоть за детали-то? Ускоритель дым. А вот такой вот мордочки у нас нет. Темные дороги. Впереди холмы. Темные дороги, впереди холмы. Опять, ребят, лихач впереди. Опять лихач впереди. А мы-то с тобой еще первее. Нормально? Я думаю, найс. Так, я готов. Идеальный старт. Да, вот это, конечно. Опа. Оп. Хоп, хей, ла-ла-лей. Где вопросы, где ответы? Да? Вообще четенько. Так, дороги и выемки. Я сейчас такие выемки устрою здесь.
Лихач. Да-да, ребят. Лихач просто впендрючился. Так, я бы сейчас тоже мог бы впендрючиться, если честно. Но, видишь, у меня, нет, смотри, едет. Он еще умудрился при том, при этом всех обогнать и чуть ли приехать не первым. Ну, первому, конечно, приехать я бы не дал. Постарался бы. Но, тем не менее. То есть ты, вот, прикинь, как он нагоняет скорость, да? Опа. Вот это вот. Офигеть. Ты думаешь, сейчас будет резкий спуск, а там резкий спуск, а потом резкий такой же подъем. Ну, обалденно просто они делают, конечно. Просто на обманочку, ребят. Рассчитан на обманочку. Вот, как же я обожаю вот эти вот. А вот это еще больше обожаю. Так, ну-ка. Дизелек, отвянь. Первым должен быть папа. Все. Так, и у нас летающее какое-то бревно. Что значит летающее бревно? Сейчас, кажется, мы узнаем, что это за летающее бревно. Таймер, тихо. Я не хочу. Вот, ребята, из этого летающего бревна, блин, я потерял скорость, я потерял все. Все преимущество растерял, блин. Врезался в него, блин. Что-то там все так немножко обделаются. Ладно, третья, но по итогу все равно первая. Им до меня как до Китая раком. Так, ребята, мы получили с вами мордашку. По-моему, это тоже. А, это не дубль, такого не было. Ну что, возьмем, наверное, 3000 монет тогда уж. У нас фабричные настройки. Фабрика, фабричный кубок. Без идеального старта. Да, ребят. Тебе не кажется, что что-то там чувачок куда-то. Во-первых, скорость у него охрененная. Откуда уралийки? Ой, уралийки. Как его звать-то? Ну, ты понял. Откуда у него такая скорость? Скажи-ка мне на милость. Как достало это соседство. Там, блин, гремит уже, стучит что-то. Заколебал уже, блин. А, ну я понял. Он взял этот... турбину эту. Сейчас посмотрим, что у нас тут получится. Второй. Да ну, как-то это нереально, ребят, чтобы вот на этих вот прыжках так ехать быстро. Ну давай посмотрим, сможем ли мы здесь сделать всех наших оппонентов. Есть. Да, тут первыми. Машина там, как я не знаю кого, бросает туда-сюда. Ну что, кубок езды по ухабам. Ухабистый путь. Это не тот ли, который? Да-да, по-моему, это он. И опять тут что-то идиот этот на своем мотоцикле делает. Вот он, ухабистый путь пройден. Там еще с этими слетунками, я смотрю, да? С чем только... Кто на что гораст, ребят? Кто на что гораст? Давай-давай-давай, есть. Просто мне повезло, ребят, что у меня турбина сработала уже перед финишем. А так бы можно было бы первое место-то и не занять. Опа. Хороший был трючок. И первые, да, ребята? Только так и никак иначе. Не доехали. Я ненавижу воду.
глубокий омут. Глубокий, друзья мои, омут. Вот он, ребята, вот он, глубокий, твою мать, омут, блин. Ну и зачем вот так вот надо было делать, а? Хотел как можно аккуратнее, сделал, блин, как можно аккуратнее, только хуже себе. Поднавредил капитально, ребят. Оу, щит. Все, ребята, обделался. Приехал последним. Это ж надо было так тупануть, а? Да все тут уже, ребят, че? Последнее место у меня. Я говорю, я эту воду терпеть не могу, блин. Вот серьезно тебе говорю, ненавижу ее просто. Куда плывешь, блин? Фиг его знает. Но все равно последнее место. Так, ладно. Откатываемся обратно. И шахтерская миля. Долгая дорога вниз написано. Почему долгая дорога вниз? Давай вниз сюда пойдем. Ой, нифига это у нас. Да. Одна что ли гонка здесь, я не пойму. По-моему, здесь одна гонка, ребят. И по итогу. Где финиш-то, ё-моё? Вот он. Да, здесь была одна гонка, отлично. То есть я компенсировал, да? То, что мы с тобой откатились назад. Мы обратно же приехали. Столичный кубок. Проехать путь. Прыгушки какие-то, или мне кажется? Вот это вот, нафига ты делаешь, Рэй, вот эту вот дребудень свою? Начинаешь выпендриваться, блин. Хотел зайти в этот... Ну, ты понял, да? Наверное, ты увидел, что я хотел там сделать. По итогу у меня ничего не получилось. Точнее, оно бы получилось бы, если бы я не отвлекся, блин. Мы же любим отвлекаться на чушь собачью. Вот и да, отвлекались. Фиг ли мне твой Виктори. На втором месте пока, ребят. Пока на втором месте. Давай, 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 долетай. Я первый. Я первый. Хлыщ ты недоразвитый. Ладно, ребят, это... Пропустим. Это уже на эмоциях просто. Это уже просто на эмоциях. Так, ну что, давай, наверное, еще. А поехали до 6000 кубков. Поехали. Тут немножко осталось. Ну-ну-ну, заедь, заехал. Так, теперь сюда. Отлично.
Там кто-то сзади меня прям напрягает. С ускорителем, с нитро. Я офигеваю. Пещера для тусовки. Что значит пещера для тусовки? Где эта пещера? Понял, вот она. Но ты будешь обгонять там всяких, я не знаю, там. Ну хотя бы так сделаем. Вольтреку этому нечего здесь делать. Фигни, наверх поехали тогда уж, чувак. Хорошо тут пробустились, если честно, здесь. Вообще четенько. Так, сколько нам еще гонок надо будет? Наверное, гонки 4, да, сделать? Поехали попробуем. Друзья, напишите мне в комментах, у вас Юрский парк и Всадники Олуха заходит игра или нет? Если заходит, то значит в чем-то проблема в другом. Что-то меня это джип этот поднапрягает. Кто там? Опять он? Соси песос, вот так я тебе скажу. Отлично получилось. Так, вторая гонка. Я выше всех, я выше всех. А он просто взял и прилетел. Я не помню, у него амортизаторы что ли там стоят или что? Правильно. Слушай, он с помощью своих прыжков там умудряется как-то выкрутиться. А я без всяких прыжков. Просто за счет своего мастерства, ребят. А он там попрыгульки свои устраивает. Ну что, попробуем еще взять первое место. Как он хорошо стартует-то, а? Что, вляпался куда-то, да? Упс. Этот там застрял, короче, паренек. Я тебе скажу. Так, ну что, вторая позиция, по итогу первое место. А по итогу первое место. Ну что? Кубок Хилл Климп. Первая передача. На автобусе? Ребят, 100 лет не видел на автобусе никого, прикинь. И тут на тебе. Я вижу автобусника. Вживую. Отличная была гонка, отличный был заезд и отлично мы его с тобой взяли. Так. Главное идеально приземлиться. Все. Ты же и улетели куда-то, никуда. Замечательно. Забытое шоссе. Забытое шоссе. Опять они на попрыгульках, да? Мини мотоцикл, друзья мои, догоняет. Я чудом, ребят, как умудрился сейчас
И не врезаться, ничего такого опасного не сделать. Что, тут одна гонка, что ли? Тихо. По-моему, тут одна гонка у нас. Ну, одна трасса, я имею в виду. Нет, скорее всего, не... А, одна, одна. И я первый. Посмотри, сколько мы стоим, ждем. Мотоцикл только приехал. Довольно приличный был отрыв. Ну что, кубок городская вода. О как. Городская вода. Сейчас без випки, ребята, с деньгами будет напряженка с монетками. И мы... Так, я задание выполнил, отвлекся. И мы с тобой замучимся теперь прокачивать наши машины. И прокачивать, и покупать, и тому подобное. Понимаешь, да, к чему я? Тут хорошо вошли, но все равно мотоцикл, видишь, первый. Ему здесь проще было, потому что прямая дорога. О, хапчика бы я бы посмотрел бы, как он там ехал бы. Ты серьезно? Вот с кем я еще... Есть. С кем я еще тут с супердизельком не соревновался за первое место, блин. Хотя тот супердизель, который был... Видишь, они употребляют... Это, применяют ускорение, употребляют. Они применяют вот это вот ускорение и за счет него делают отрыв. В принципе, я так же делал, когда у меня был супердизель. Ну вот, первое место. И задание еще завершилось здесь одно. Маневры. Окей. Ну что, взяли мы с тобой? Да, ребят, мы взяли... Блин, монетный ускоритель, но на лихача. Взяли мы с вами 6000 кубков. Меня это очень радует. Вот. Ну что, наверное, буду пока на сегодня закругляться. Но обязательно увидимся в следующей серии. И продолжим играть. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.